Звездный состав артистов Казахстана в этом году возглавил несколько учреждений Шымкента. Должность директора театра оперы и балета Жумата Шанина заняла оперная дива Майра Кирей. Майра Мухаметқызы, артистка, уже познакомилась с коллективом и поделилась планами. Для обучения оперных артистов третьего мегаполиса в город приглашен известный певец Анатолий Гусев. Он будет учить солистов театра петь и ставить голос. Для меня это был осознанный выбор. Конечно, я думала перед тем, как приехать сюда. В моих планах воспитать поколение артистов. Я думаю, с этим в Шымкенте у меня проблем не будет. Мы планируем много постановок. Уже к Наурызу мы готовим постановку, которую никто никогда еще не видел. Это будет подарок. Уже вчера позанимался с шымкентскими певцами до 10 вечера. До 12, простите. Я, естественно, буду работать и с астанинскими певцами, и с шымкентскими певцами. И вообще у меня задача, мне хотелось бы подобрать парочку молодых, талантливых казахских певцов, для того, чтобы поправить их, привести в порядок стилистику, язык, естественно, итальянский, французский, немецкий. В репертуаре театра 16 опер, готовится мюзикл и 3 детских балета. Оперная дива заявила, что и сама будет радовать шымкентцев. В планах подготовка мюзикла исполнять главную партию будет сама Майра Мухаметқызы.